Error 437 – это страшная, багнутая и всячески искаженная версия Майнкрафта, в которой постоянно происходит чертовщина. Уже давно на моем канале вышло два видео, в которых я исследовал эту версию. Но поскольку с того момента версия потерпела много изменений, я решил записать это видео. Сегодня я поиграю в самую новую версию Error 437 и посмотрю, что в ней происходит. Если быть точным, это 6-е обновление по счету. Хорошего вечера, ребята. Меня зовут Мистер Лайн. Приятного просмотра. Меню версии потерпело колоссальные изменения. Название игры, выложенное из блоков, сходит с ума под монотонный бесконечный шум. По центру написано: «Внимание! Эта версия все еще в разработке. Это уведомление исчезнет на финальной версии». Игра автоматически открылась для сети. Это очень настораживает. Реки из лавы, огромные глючные джунгли, постоянное дергание камеры при ходьбе. Это с первых секунд бросается в глаза. Такое чувство, как будто кто-то или что-то получило полный контроль над ходьбой игрока. Thank you.
похоже, меня телепортировало непонятно куда. В один момент я нашел выброшенные останки коровы. Я нашел далекие земли. Далекие земли — это игровое пространство, которое обычно генерировалось очень далеко от центра мира, там, куда обычный игрок без щитов не мог попасть. Но здесь мы находим далекие земли спустя 20 минут игры в новом мире. Появилось очень много окон с названием «Смерть». Благо, после их закрытия ничего не произошло. В этой версии, после попытки установки блока, может появиться какой-то случайный. В этот раз у меня появилось что-то светящееся и непонятное. Вот что произошло, когда я коснулся этого блока.
чате появилось сообщение: «Обернись, я вижу тебя». Я решил разделить это видео на две части, так как целое видео получилось слишком длинным. С вами был New Storyline. До скорого.